Трагедия рейса 9268 стала общей для всех. В скорбном списке имена 224 человек, тех, кто уже не вернется. Сегодня идут первые опознания, экспертизы. Специалисты высказывают разные версии, но по-прежнему главное то, что десятки семей потеряли самых близких. И это ничем не восполнить. Адресованные им слова сочувствия звучат по всей стране. Соболезнования родным погибших сегодня еще раз выразил президент. Хочу еще раз выразить свои соболезнования близким родственникам погибших. Это огромная трагедия, и, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами. Хочу поблагодарить петербуржцев за такую реакцию, которую видит вся страна, всех жителей России, за слова соболезнования и за сопереживание. В такие трагедии и в такие часы, безусловно, очень важно чувствовать плечо близких людей, сопереживание всей страны по поводу этой ужасной катастрофы.